Привет, друзья! Мы рады приветствовать вас на канале «Карри. Жизнь на Кипре». И я для вас нашла очень хорошее предложение также в наших районах, недалеко от Кирении, буквально в 10 километрах, в очень классном месте с развитой инфраструктурой, школы, сады, магазины, кафе, аптеки, салоны, все в пешей доступности, в пешей, даже без автомобиля вы тут можете жить. А также здесь есть общественный транспорт, что немаловажно. Также до пляжа пешочком 10-15 минут. Очень хорошего пляжа. Пойдемте, я вам покажу эту виллу. А, и самое главное, я вам буду сразу называть цену этой виллы. Эта вилла 3+1, абсолютно новая, стоит 169 тысяч фунтов. Это цена от застройщика. Я вам говорю цену напрямую от застройщика. Это минимальная цена, за которую он продает. Он у меня спросил, ты не заработаешь? Я говорю, окей, я сейчас это делаю для канала и для того, чтобы люди понимали вообще, какие цены вокруг, потому что многие не знают и не понимают. Пойдемте смотреть. Хочу обратить ваше внимание, что эта вилла находится, и вообще комплекс из вилл, они находятся в закрытой территории, обгорожены забором. Потому что сейчас строят виллы, как я уже показывала, без забора. Некоторые хотят прям высокий забор, приват и в общем. Обратите внимание, что эта вилла также, посмотрите, отделана натуральным камнем. На полу плиточка, большая достаточно терраса на входе. Из комнаты, там большие окна, можно выходить на террасу сразу здесь. Очень большое парковочное место. Здесь я бы поместила 3 автомобиля. Один вот так и 2 вот так. Больших автомобилей. Так, заходим. Здесь очень классный коридор, достаточно большой, и функциональное место под лестницей. Вот это все шкафы. Здесь можно установить и галошницы, и спрятать ведра, пылесосы, хозяйские различные дела. Также обратите внимание, в этом доме также есть разъем для батареек. То есть этот дом может отапливаться. Вешайте котел, батареи и отапливайте дом. Пошлите. Так, давайте сразу я вам покажу санузел. Также есть батарея в санузле. И вот такая красивая мебель. Мне очень здесь нравится санузел. Двери также качественные, хорошие. Так, пойдем, заходим. Мы, когда приходим, у нас сразу такой большой зал. Вот. Также слева у нас такая зона отдыха и справа зона кухонная. Зал достаточно большой. Обратите, пожалуйста, внимание, что именно в этой вилле есть настоящий камин. Вы можете его использовать для отапливания дома. Тут есть решетки, и тепло будет приходить. Тут дымоход, то есть полноценный хороший камин. Также, я говорила, здесь есть для батарей разводка, также в зале. Вот она. Вот, здесь много окон. Застройщик решил так мебель установить. Вы можете установить как-то иначе. Но мне вот нравится. Мне нравится, что здесь такая конструкция, которая разделяет две комнаты. Это есть во всех виллах. И вот такой большой зал. Красивый. Мебель, которая здесь представлена, она это не входит в 169 тысяч фунтов. Этот шоурум это отдельно с мебелью. А вот кухня тоже, вот, кстати, вот точно такой же, это каменный гранит, мне вот нравится, с блесточками даже немножко у нас. Бытовая техника не входит, а кухня, столешница, это все входит в стоимость. Пойдемте на второй этаж, а потом выйдем на террасу, я вам покажу террасу. Обратите внимание, что в этой вилле, так же, как и в предыдущей, которую я вам показывала, каменные ступеньки. Это очень прочный материал, также есть вдоль всей лестницы подсветка. Вот, мы оказываемся с вами на втором этаже. На втором этаже расположены 3 комнаты. Из них одна большая спальня хозяйская и 2 поменьше. Заходим в большую спальню. Тут расположена кровать с тумбами. Вы можете смотреть, когда проснулись на море, немножко кусочек моря здесь видно.
Также можно здесь расположить какой-то телевизор на стену. Вот. Тут такое дизайнер сделал решение. Можно по-другому. Комната действительно большая. Хочется спросить, а где же шкаф в этой комнате? А шкаф в этой комнате, вот, здесь целая полноценная гардеробная. Вы представляете? Вот это очень, конечно, классно. Очень функциональный такой угол. Также в спальной комнате расположен санузел с душевой, что очень удобно. Здесь также есть выводы для батареи. Сантехника качественная. Все очень красиво. Как для себя. Также на этом этаже есть еще две комнаты. Они немножко поменьше, ну совсем немножко, я скажу. Они тоже достаточно большие. Вот здесь стоит одна кровать, можно поставить две. Здесь очень классные, тут окна в пол. Есть балкон, мы можем выйти с вами на балкон. Ой, с другой стороны выйдем. И посмотреть на горы. Комната большая. Здесь есть вывод для кондиционеров, для батареи. Хороший здесь вместительный шкаф встроенный, который входит в базовую комплектацию. И полки хорошие, прям такие под дерево красивые. В общем, эта комната очень такая достаточно тоже большая. И мы заходим в третью комнату. Также достаточно большая комната. Тоже с видом на горы, большим окном и выход на балкон. Тут такой общий балкон. Вот. Также есть встроенный шкаф, большой, вместительный. Можно поставить здесь какие-то столы для детей, сделать кабинет. В общем, с этих комнат можно делать все, что угодно, потому что они квадратной формы, во-первых, что очень хорошо. И они большие. И также на втором этаже есть такой вот туалет, санузел на такой, достаточно тоже большой. И тут и выводы с окном. Красивая плитка. Прям плитка очень, прям пробка такая внизу. Очень красивая плитка. Очень современная. Хорошие краны. Хорошие такие. Здорово, хорошая мебель. Вот. Вот эти три комнаты находятся на втором этаже. И пойдемте сейчас на первый этаж, сходим на террасу. Ну и самое главное, виллы, конечно, почему люди любят виллы покупать? Для того, что можно выйти на улицу и походить по земле ногами, такая заземленность. И в этой вилле, посмотрите, вот сразу выход такой шикарный на террасу. Терраса больших размеров. Сверху устанавливается пергола, здесь есть такая вот выемка, сюда можно установить от солнца перголу. И вот такой большой участок, здесь застройщик так решил сделать дизайн, проект ландшафтный дизайн, я бы засеяла все травой красиво и на уголочке сделала бы небольшой бассейн красивый, поставила либо джакузи, либо бассейн, потому что участок достаточно большой. Я обычно шагами считаю участки, сейчас я вам посчитаю, он квадратной формы, посчитаю сколько шагов участок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, где-то 8,5 метров на раз, два, три, четыре, пять, шесть. 8 на 6. 50 квадратов здесь участок. Вы представляете? Ну, это большой участок. Это я не считаю вот эту зону цветов, и я не ходила по газонам. Тут, кстати, выведен полив автоматически. Вот. Очень хорошая территория, и здесь, видите, не предусмотрен бассейн изначально, но его можно без проблем сделать. Вот, есть забор, что очень тоже хорошо, барбекю-зона, и вот такая вот территория. Ребята,
Мне очень нравится эта вилла. Как я вам говорила, я хочу показывать вам те объекты, которые мне нравятся. У меня очень спрашивают про более дешевые объекты, я вам их тоже покажу. Но есть квартиры, вот дома, я зашла, посмотрела, но я бы себе не покупала такие квартиры. Но не могу я вам порекомендовать купить квартиру ту, которую я сама не хочу. Я вам могу как бы скинуть, показать, если вы у меня спросите. Ну как я вам могу скинуть, если там шоссе, дорога, или какой-нибудь стоит дома, там обрыв, я это такую не буду покупать, поэтому и я вам не буду рекомендовать. Поэтому я вот то, что я вам рекомендую, это то, что находится в классном месте, которое классная цена и то, что я сама куплю. Пишите в комментариях свои запросы. Может быть, кто-то купил квартиру и хочет просто, чтобы я съездила и посмотрела ее и вам показала. Я сейчас свой канал раскручиваю. Мне нужно максимально больше просмотров, подписчиков, поэтому я сейчас работаю для этого. Поэтому запомните, цена такой виллы 169 000 фунтов. Я вас свожу напрямую с застройщиком. У других людей цены совершенно другие. Поэтому пишите мне лично на телефон, WhatsApp, Viber, в Telegram. Мы с вами пообщаемся, и я вам все расскажу и доложу. Все, до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.